Сегодня мы традиционно в гостях в семье у наших тетерняшек. Вы слышите голос наших деток, это признак того, что они уже проснулись, они уже активны, они уже делят игрушки. А если серьезно, нам очень приятно быть в этой семье. Особенно сейчас, когда все детки подросли, конечно, в первую очередь хочется сказать спасибо нашей маме Оксане, спасибо всем близким ее, бабушкам, дедушкам, которые оказывают, вот, наверное, в первую очередь сложную физическую подготовку, нагрузку несут на своих плечах. Со стороны Одесского городского совета, лично мэра города Геннадия Труханова, департаментом труда и соцзащиты оказывается помощь, то, что мы можем оказать, материальную помощь данной семье. У нас после рождения пятерняшек мы специально включили отдельным разделом в нашу программу по оказанию социальной помощи семьям, гражданам города Одессы, именно поддержку семей, у которых 5 и более, 4 и 5 более детей. Садись рядом с девочками. Парни. Идемте. Хорошо, мальчиками надо думать, как это самое. Не выспался. А спят долго вы? Да, долго, они ночью сейчас курятся, чтобы если сейчас проснулись. Вот. А днем они отсыпаются. Вот. Правда, Дашка сегодня вдруг это начала, не хотела засыпать. Отбой? Вот, смотри. Ага. Нет, так не раздевается. Вот, смотри. Вот. Видишь, что? Да? Раз. Ты хочешь раздеть ее в бассейне купать? Да. Дашенька, да? А вот это хорошо, давай. Как она назвали? Она что-то должна делать, потому что там есть какой-то функционал. Да. Она, наверное, разговаривает. Ну, Алакие? Коричневые. Коричневые. А здесь синие, да? Да, синие. Ее синие. Дашенька, как зовут Яну? Я выучила, как зовут? Мама, я пью. Да, Лизонька, скажи, Лиза. Лиза согласилась. Да, нравится. И сидит. Парни, а вам кто понравился? Вот смотри, вот туда вот расскажешь, да? Расскажешь? Нет. Почему? Хочу поздравить с Днем защиты детей. Наш любимый город. Так радостно, что этот праздник стал по-настоящему большим, по-настоящему всеобщим, что столько детей вовлечено, столько детей у нас есть в городе, и это чувствуется реально, насколько много заботы о детях, насколько много делается для детей, для их реально безопасности, радости, для их счастливого детства.
спасибо, скажешь? С праздником! В канун праздника Дня защиты детей хочу поздравить всех деток нашего города. Очень много мероприятий будет накануне и в дни, с 1 июня проводиться в городе, детских праздников, утренников. Много интересных событий будет. Завтра у нас планируется открытие инклюзивного центра. В пятницу последние звонки. Когда мы говорим День защиты детей, это не только самые маленькие, это и дети, которые учатся в школе.